Приветствую зрителей моего канала. Сегодня не Батькины новости и даже не Шоушенка шоу. К этому мы вернемся немного позже. Сегодня все необычнее и в то же время не менее важно. Как и обещал, история. Кадры минувшей эпохи советской Беларуси. Короткометражный фильм моего отца, оператора белорусского телевидения Устинович Юрия Алексеевича. Доброе утро, Двина. Заранее прошу простить за качество. В оригинальном варианте, конечно, с резкостью все нормально. Но возраст кинопроектора «Украина 5», с которого я оцифровывал видео, перевалил лет за 60, если не больше. Потому она и страдает. Но, тем не менее, я считаю необходимым выложить ролик в общий доступ для памяти. А возможно, кто-то узнает молодого себя или своих предков. Корабли и катера, гон плотов по реке, соревнования, рыбаки с ореховыми удочками и просто отдыхающие на пляже советский народ. Древний Витебск и стройка Новополоцка. Доброе утро, Двина.